засниму на телефон, на камеру. Эта камера заряжается. Теперь она тут заряжается, когда компьютер включен. Я раньше думал, что она там несколько видео снимала, думаю, что она выключается, вроде бы заряжал. На самом деле она не заряжалась. Только когда включен компьютер, а вот с этой USB она заряжается и когда он выключен. Но тут уже нету где подхода, я вот телефон заряжаю вот с этим. Тут подключено, больше там все заняты вроде бы. Может потом эту камеру там подсоединить. Где она подсоединена? Ну ладно. Ай. Потом ладно. Вот теперь я починил тот свой блок питания. Там вроде бы контакт был нехороший. Что-то там. И для запуска резистор, который он не отконтачил. И он... Я там сперва думал микросхемы вот менять, что-то может микросхемы сгорели, но там ничего не сгорело. Просто похоже там как-то контакт отсоединился, который для старта. Резистор там 400 кОм, 470. Чтобы он для старта зарядил, подал питание на микросхему 220 вольт. И вот там он, контакт его, похоже, отцепился. Вся проблема была. Но я заодно еще увеличил частоту вот этого преобразователя, который от было 150, ой, что он выключился. Что там случилось? О, расплавился вот этот. Ого. Поплавился. Который на самозапит идет. Я раньше была частота 155 кГц. Ну, то есть где-то. А теперь 270 где-то кГц. Я там увеличил частоту. Поэтому уже на самозапит, когда идет, вот уже слишком много ему питания на самозапит. Вот тут стоит 100 Ом резистор. Надо, видимо, 500 или сколько там, или 200 Ом ставить. А то он слишком много энергии идет на самозапит. Так условно самозапит. Для питания вот этой микросхемы низковольтной. И он... Что-то тут перегорело, и он выключился. Тепло немного. Немного тепло. Непонятно, что тут. Может, вот этот диод перегорел. Потому что горячо все. Поплавился наш вот этот держатель. Надеюсь, опять какая-то несерьезная причина.